Ігор Романенко, військовий аналітик, був з нами відеозв'язком. І до нашого ефіру долучаємо ще одного спікера. Це Антон Фарб, президент Федерації Кравмага України. Пане Антоне, я вас вітаю. Пане Антоне, як ви чуєте нас? Зараз наші режисери спробують ще раз зателефонувати Антону Фарбу, і від нього ми дізнаємось, як же діяти ось у такій ситуації, коли ви опиняєтесь в епіцентрі ось такого терористичного акту, тому що, як ми бачили, у столиці Австрії людей охопила паніка, і вони насправді не знали, що робити в такій ситуації. Підказують режисер, вже є з нами телефоном Антон Фарб. Пане Антоне, я вас вітаю. Добрий день. Якщо, не дай Боже, ось такий терористичний акт, який ми бачили в столиці Австрії, відбудеться у нашій країні, як діяти у такій ситуації, адже ми бачили, що терористи відкривали хаотичну стрілянину і люди, по суті, розбігалися у різні сторони. Чи правильно вони вчиняли ось у даному випадку? Смотрите, на случай масової стрільби, цього шутинга, давно вже розроблений чіткий алгоритм поведення для гражданських лиц. Тобто, перше, що треба робити, це біжати. Но бежать не хаотически, бежать осмысленно к укрытию, то есть к тому, что может защитить вас от пуль. Поэтому следует различать прикрытие, за которым вас не видно, например, там, за машиной, за деревом, и укрытие, то, что может остановить пулю из автоматического оружия. Если у вас нет возможности бежать, следует прятаться. Прятаться в случае стрельбы в городе оптимально в подъездах домов, в любом помещении подальше от окон. И последняя опция, если первые две недоступны, это дерись. То есть наброситься на террориста и попытаться его обезвредить. Это, что называется, техника последнего шанса. Конечно, если бы у нас было разрешено ношение короткоствольного оружия для самообороны, шансов было бы больше. Но пока, к сожалению, никак. То есть алгоритм – это беги, прячься, дерись. А якщо нікуди бігти, ось так віч-навіч зіштовхуюся з нападником, у нього зброя, ти без зброї. Намагатися домовлятися чи як? Якраз договоритися не вийде. Всі ці алгоритми, які були придумані во времена захвату заложників, вони, к сожалению, зараз не працюють. Люди, які займаються масовими розстрілами, вони не ставлять перед собою цілі щось требувати від держави, видвигати якісь там ультиматуми. Їх задача – терор, тобто навести ужас, убити як можна більше людей. Поэтому, если вы оказались один на один с террористом, и вам некуда бежать и негде прятаться, у вас есть два варианта. Вы можете дать себе убить, либо попытаться драться с ним. Ну, конечно, если вы умеете это делать, если у вас есть чем. Тобто викликати на емоції нападника у цьому випадку не вийде, так? Эти люди, скорее всего, достаточно долго готовятся к подобному мероприятию, и когда они начинают расстреливать, они уже не будут разговаривать. Понятно, что случаи бывают разные, но большинство актив-шутеров, большинство массовых стрелков даже не рассчитывают на то, что их задержат живыми. То есть вот то, что в Вене их задержали, они сдались, это редкий случай. Кроме Брейвика, пожалуй, я не могу вспомнить таких массовых убийц, которые бы не покончили с собой, либо не были застрелены полицией. Они идут фактически на смерть. Договариваться с ними не получится. Ну, можно сгадать, у Беслане затримали, взяли живым одного из террористов. Ну, в Беслане был все-таки классический захват заложников, выдвигались какие-то требования. А если вспомнить Париж, концертный зал Батаклан, да, полиция реагировала как на захват заложников, а внутри концертного зала их просто расстреливали. То есть тут, к сожалению, обычные схемы, навеянные стокгольмским синдромом и прочим, работать не будут. Тут надо либо убегать, либо прятаться, либо драться. Дуже вам дякуємо за те, що долучилося до роботи лайв-студії. Спасибі. Це був Антон Фарб, президент Федерації Кравмага України. Від нього ми почули, як все ж таки треба правильно діяти, якщо, не дай Боже, ви опинитеся в епіцентрі теракту.